Приветик! Сегодня пятница, у меня отличное настроение, прямо классное, суперское настроение, потому что сегодня пятница. Оно всегда, знаете, у меня с понедельника, а потом ближе к пятнице. Будет пятница 13. Да, сегодня пятница 13, и по поверью, все немцы вообще практически никуда не выходят, не хотят выходить. Приходится. Да, приходится, на работу идти приходится. Но в основном в этот день, в пятницу 13-ю, никакие планы не делают, никуда не ходят, ни с кем не встречаются. Но мы же не такие. Мы совсем по-другому. Все, что плохо, у нас все хорошо. И поэтому, знаете, куда мы сейчас направляемся? А вот и Саша. Всем привет, он меня забрал со школы. Ой, так классно. Прям вообще отличный день, пятница 13-я. И сейчас мы направляемся не домой. А я иду в парикмахерскую. Первый раз, представляете, в Германии я буду в парикмахерской. Да, вырастила, наконец-то. Отрастила, да. Когда я приехала, у меня вообще были вот короткие волосы. Я перед приездом в Россию подстриглась, и я была еще темная. И вот за который месяц... Ой, за сколько месяцев? С июля прошлого года. Да? С июля прошлого года. Да. Когда? В июле? В июле я химию делала последнюю, и вот с июля месяца у меня выросли вот такие вот. Вот были вообще короткие. Можете посмотреть видео, там есть с короткими волосами. Да. Кстати, у нас еще одно сегодня мероприятие, но это будет дома, потому что у нас завелся водяной в раковине на кухне. Ой, сегодня смотрите, какое солнце классное. А, его надо прочистить. Выпустить джина. А он уже собирался без 15:11 приехать. Да, Саша позвонил, из фирмы уже пришли, но Саша предупредил, что он уезжает. Вот. И как раз он выехал, и вот этот мастер пришел. И вот он теперь их ждет. Ничего было раньше, надо было раньше приходить. Она сказала, через 15 минут он приедет. Я ему сказал, что я это без 15:12 мне надо за тобой ехать. Поэтому Саша меня сейчас выбросит в центре парикмахерском, у нас прямо в центре города. Кстати, Саша вчера через онлайн назначил мне термин на сегодняшний день и через карту оплатил уже. Ну, если ты там еще никакие куры, ничего, и массажи, это надо оплатить. Массажи. Ой, как здорово. Ну, массаж ты мне сделаешь. Доплатишь тогда. Да, я тебе доплачу. Нет. А вот, если что-то будет дополнительное, да, нужно доплатить. Я доплачу через карту. Вообще, сегодня очень хороший день. Мы писали тест по теме номер 6, по лекции номер 6. Написали, потом все проверили, ошибки все исправили. И новую тему, последнюю, мы заканчиваем, седьмую. И на следующей неделе у нас модуль 5 заканчивается в среду, и до понедельника, и понедельник 6 модуль начинается, последний. И в основном там будет повторение, все, что проходили раньше. И если еще сказали, что может быть две новые темы. Там посмотрим, еще учебник не покупали, покупаем мы учебники через интернет. Поэтому надо заказать. Еще и учебник дано? Да. Модуль 6. Последний. Дорогая ты. Все еще дорогая. Все еще дорогая. Ну ты же меня. Ты еще этот даже не выучила. Уже опять новый. Ну как это не выучила? У меня последние там листочки остались. Совсем чуть-чуть. Залп, ты там все знаешь, это другое. Ну это надо. Надо учить больше. Итак, всем хорошего настроения пятничного. У меня язык заплетается с немецким языком. О, видишь, Паша. Все, я уже по парикмахерской. Надо было написать свою фамилию, номер телефона и подъяснить вторую группу. Я здесь буду примерно на 2,5 часа, так что не теряйте меня. Будет другая Лена. Меня намазали, чтобы мой пигмент ушел. Сказали, очень тяжело покрасить меня тем, что я хочу. Что-нибудь получится. Сейчас я подожду несколько минут, и потом снова со мной займутся.
Я хотела здесь вот немножко потемнее, да, а к низу светлый. И плюс вот такие вот беленькие штучки. Но, к сожалению, не получится. Очень жалко. Что-нибудь получится когда-нибудь. Первую мысль масочку я сижу в маске на голове. Все. Меня постригли, покрасили. Хоп-ля-ля! Ну как вам? Меня обновили. Ой. Классно. Мне так нравится. Она, когда мои волосы увидела, когда я села в кресло, сказала: «О, Год! Катастрофа! Экеляв!» Она говорит: «Простите, но это катастрофа!» Я говорю: «Да ничего, ничего, критику я люблю!» В общем, она говорит: «Почему у вас на голове столько много цвета?» Она говорит: «Как еще ваши волосы не выпали?» Говорит: «А вам волосы у вас такие классные, такие густые!» В общем, то, что я хотела, как я уже говорила, с такими вот беленькими полосочками, она говорит: «Это не получится, это вообще надо долго сидеть, 3 часа. Вот. Поэтому мы вам выровняем цвет, сделаем маску, подстрижем вас». Вот. В общем, она мне выровняла. Смотрите, какой классный цвет. Вау, так здорово. Вот. А потом сказала: «Если вы хотите вот с этим полосочком, то можно в следующий раз прийти, и я вам их сделаю. Только нужно постепенно волосы беречь». Она говорит: «Такие, вот здесь вот у вас такие густущие, густущие». Она филировала. Она говорит: «Как еще они у вас после столько осветлений еще живые?» В общем, так здорово, я бегу домой показать любименькую мой. Ах, что-то так холодно. За все это дело заплатила. Так, 85 мы заплатили через онлайн, через карту. И еще надо было доплатить 25 евро. Вот у меня было с собой. На карту мою не принимала, потому что у меня MasterCard. Вот. А 20 я доплатила и сказала, что я еще занесу 5 евро. В общем, вот так вот. Я теперь долго. Классно так. Так, любимый. Красота. Лады. Красота. Красота. Тебе нравится? А? Скажи, что самое главное, тебе нравится. Где Джимми? Джимми, он еще. Он там. Нравится. Ну, по-честному. Красиво. Сейчас мы заедем в магазинчик, немножко закупимся на выходные. Бутылки сдадим, как всегда. Всегда на выходные. Да, на выходные, всегда на выходные. А потом нам надо забрать будет уже Мэри Джейн. Это уже сегодня для меня не день. Да, сегодня проблема была с... Как он называется? А+, я не знаю. Да, которая прочищает трубы у нас... До сих пор там еще стоит? Я мог еще ему помогать. Да. Надо было машину включать и выключать ей. Мне больше делать нечего. Потом я его оставил, да? У меня за сыном надо. Поехал за Джимми. А он потом рехнул еще писал. А сейчас ему приспичило, что еще замерить надо. А что замерить? Ах, он да, хочет им написать, да, чтобы новые трубы. А ты за там, да? Да, но это внизу, потому что никакого наклона нету, да. Ему, он с камерой зашел, все просмотрел, да, там ужас, там жиру, не знаю сколько, так как никакого наклона нету, да, он сейчас им напишет, чтобы они трубы поменяли. Там даже уже вот эти нельзя, он боится, ну, как их называют, прищеп, которые здесь свой, да. Как муфты, да? Да, не знаю, как они по-русски. Тоже. Он их боится открывать, потому что они, ну, 25 лет, как их поставили, 95-й год он устроился. Но это ничего, у нас в России мы переехали, когда мне было сколько, 7 или 8 лет, и до сих пор, до сегодняшнего дня, то есть мне 40 лет, да, до сегодняшнего дня, это считай, 34 года, да, примерно, 33-34 года трубы не менялись вообще. И у нас постоянно на кухне была очень большая проблема между нашим этажом и низом, постоянно пробка была.
Я не знаю, кто что туда скидывал. Мы сколько вызывали и тряпки оттуда вытаскивали. Я не знаю, что соседи наши скидывают. И постоянно, да, и постоянно у нас все затапливало. Последний раз я уже здесь, да, мне пишет через WhatsApp, как-то меня нашла из ЖКО, нашей ЖКХ, ЖКО. Написала, а так как родители живут за городом, написала, как вас вообще найти, что, потому что все топит. Ну вот я маме позвонила, они быстро приехали, там ужас, там все плавало, там вся кухня плавала, видно, давно уже потоп. И у нас прорвало трубу уже не первый раз, и мама писала, и заявление писала, и сколько я ходила, чтобы они поменяли эти трубы. Но платим-платим, как говорится, да, а ничего не меняется. В общем, очень большие проблемы с этими трубами, с пробками. И, оказывается, Германия это тоже проблема. А, тут я потому что они неправильно их поставили. Каждый год такая фигня. Мы внизу живем, да, из-за этого к нам все поднимается первым. Если там где-то пробка, да, забивает, да, и стоит по вечерам, когда все льют, очень две фамилии, тогда и все у нас поднимается. Так мы-то не на первом этаже жили в России. Мы на седьмом этаже. У нас только, представляете, между нами и шестым этажом вся эта пробка забивалась. И только нашу трубу прорывала, больше ничью. Сколько мы и клапаны. Прикол, даже да. Вы сейчас не жили, не живете. Да, там не, мы там никто. Не живем. А трубу прорвало и все затопило. Соответственно, это несколько дней, по-моему, стояло. Потому что внизу тоже не живут. И видно, уже до пятого этажа пролило. Поэтому. Надо делать, но опять же, это никто не делает. Это мне пофиг, если бы квартиру зальет, не я платить буду. Ну потому что у вас страховки везде. Да. Хорошо, колесики есть в корзинке. Я не знаю, что тяжелее. Продукты, которые мы купили, или Джейми? Джейми. Джейми. Я. Самое главное, молочко. Пейте, идите, молочко, будете здоровы. А то мама. Кофе не может пить, да? Да, без. Представляете, кофе без молока вообще не могу пить. Кстати, мы уже готовимся. Рождественская упаковочка. Подарков еще нет, зато упаковка есть. Мне кажется, не влезет ничего сюда. Мы дома, уже за чашечкой кофе. О, сердечко. Вот такого тут розовенькое, а вот там у Саши голубенькое сердечко. Сердечко все равно. Да, все равно сердечко. Первое кофе с вами. Да. Ну, не считая, что я утром выпила две кружечки кофе, после этого у меня не получилось больше пробежать домой. Я только около дома была, вот, а в дом не входила. Сегодня у нас на ужин чевапчичи, да? Так они называются? Да. А как они по-русски называются? Я не чевапчичи. В общем, чевапчичи. Это такие вот... Фрикадельки, только продолговатые. Да, длинные фрикадельки. И с картошкой. С картошкой фри. Ну, это не картошка фри. Не картошка фри. Дольками. Она дольками из кожурой. А, с дольком, да еще и с кожурой. То, что твоя мама вчера делала. Ну, мама моя, не, мама моя делала вот так вот целую картофельную с кожурой. Да, она ее вот так вот разрезала, но не до конца. Потом, как бейкон, да, посередине. А потом это посолил, поперчил, потом фольгу завернула, запекла, и потом снова чтобы не до готовности, я потом развернула. Ой, нет, все. Короче. Открыла, она еще немножко запеклась, и в общем было вкусно. Говорит, очень вкусно, Лена, попробуй. Но мы, в принципе, уже так делали, да? Да? Вот. У меня, кстати, Саша позвонил по поводу термина, и он будет в среду у меня в 9 чем-то. Я поеду к онкологу в Тройсдорф, и уже мы переговорим по поводу КТ, по результатам КТ, что там у меня происходит. Положительная динамика или отрицательная динамика? А, все равно, да, положительная или отрицательная. Надеемся, самое главное, твоя спина. Да, это самое главное. Что-то в последнее время. Что-то я в последнее время таблеток очень много пью, ибупрофена, каждый день по несколько штук. Ну, не беда.
Это мы тоже переживем. Самое главное, у нас впереди выходные. Да, или белые? Вот смотрите, какой он замученный. На сегодняшний день, да. Да, с этими трубами, туда-сюда, обратно, приходил, не приходил, туда-сюда, того отвел, того привел, того забрал. Меня привез. Какой у меня любимый. Вот если он вот так вот сидит, значит, любимый мой сильно устал, надо отдыхать. Так, ох, сейчас я развеюсь. Он к вечеру, да, просыпается, развеивается, и все. Может, дальше энерджайзер, дальше работает. Итак, милые наши, дорогие и любимые, мы желаем вам хороших, отличных солнечных выходных. Пусть у вас все будет отлично, все будет хорошо. Здоровья вам, счастья, любите друг друга и отдыхайте. Да? И всем пока, всех целую. Пока. Sun, the moon, and stars. When I off my leash, when I off my leash, I'm no man living lantern. Sun, the moon, and stars.